Мама, у меня появились облющания. Солнышко, это, наверное, обещания. Сколько их у тебя? Кажется, мало. У моей дочери мало обещаний. Ты меня разочаровала, Ная. Теперь я не смогу тебе доверять никогда в жизни. Привет, ты еще кто такая? Я Ная. Будешь картошку? Нет, ты должна быть моей женщиной и точка. Ты красноглазая, я вообще-то уже люблю Пейтона. Ах так, тогда ты вообще никому ничего не сможешь пообещать. Иди ты в баню. У каждого из вас, дети, есть обещания. Теперь скажите, у кого сколько? А у меня 50 тысяч. Ная, а у вас сколько обещаний? А у меня ноль. Ха-ха, стой, тебе никто никогда не поверит. Пейтон, привет. Чего тебе, Ная? Слушай, может, сходим с тобой куда-нибудь? Нет, Ная, я же сказал, что мы с тобой расстаемся. Но почему? Мы же с тобой встречались 5 лет. Потому что ты предательница. Мне твоя мама рассказала, что у тебя ноль обещаний. Тебе вообще нельзя верить. Так, ребята, завтра всем нужно сдать домашнее задание. Все поняли? Конечно, профессор. Так, Ная, я вам сразу ставлю 2. Но за что? Вы ведь ничего не можете обещать, а значит, что вы не принесете завтра домашнее задание. Ну и логика у вас, конечно. Мам, я дома, столько уроков нужно сделать. Какой же позор. Почему ты плачешь, мам? Потому что нас с тобой выселяют из квартиры, Ная. Ни у тебя, ни у меня больше нет обещаний. Девочки, девочки, а вы слышали, что к нам переводится новый директор? И что? А то, что он мой, и кто на него позарится, я тому руку сломаю. Эй, Ная, тебя там к директору вызывают? К новому, что ли? Зачем? Говорят, что это насчет обещаний, тебя хотят отчислить. Что? Директор, вы не можете меня отчислить, это несправедливо. Так это вы...